Тили-тили-ти-тили-ли-тили-ли-ли. Нам задают вопросы по поводу того, что люди узнают про наш канал. Ну, людей начало подписываться много. И появились вопросы. Появились вопросы. С чего начать инфодайвинг? Как начать заниматься инфодайвингом? Как войти? Вот человек заходит на платформу Subrition, Subitonko, и по привычке представляет там тета-хилинг, да, или что-то такое, по гипнозу, любые варианты, и ожидает, что там будет висеть 3, 5, 10 программ. А там их сотни. Причем, можем даже сказать, порядок. От 600 до 700 штук на сегодняшний день. И количество растет. То есть мы продолжаем работать. И количество растет. И с чего начать? На самом деле, на мой взгляд, самый правильный вариант – это разобраться со своими ожиданиями, представлениями и начать с самого начала, с программ 2019-2020 года. И идти постепенно, программу за программой. При этом та программа идет, и при этом то, что идет сейчас в живом режиме, вот с них их берете тоже, потому что они тогда у вас останутся, и вы соединяете хвост с головой. Так получится самое быстрое движение, самое результативное движение. А почему нельзя отбросить хвост? Почему вы все равно будете к нему возвращаться? Потому что то, что мы сейчас даем в ускоренном варианте, упрощенном варианте, нету раскрытия полного чувств для того и состояний. Здесь важны состояния сознания. То есть нету нужного расширения. Человек берет умом, пониманием, где-то что-то чувствует телом, но не до конца, как недораскрывшись. Это путь. Знаете, с чем сравнимо? Вот вы поднимаетесь на Эверест, например. Вот у вас задача подняться на Эверест. Эверест там. И у вас есть путь. Рассчитывать, что вы взлетите на вертолете, не приходится. Там нету посадочной площадки для вертолета, у вас нет парашюта, чтобы вас с вертолета скинули. Вам придется двигаться своим ходом, своими ногами. И если вы думаете, что, например, какой-то отрезок вам не понадобится там снаряжение, потому что вы его перелетите, вы его не перелетите. Вы все равно его проделаете. Просто вам придется потом спуститься за снаряжением и все равно этот путь перепроделать заново. Потому что это правило игры. То есть есть игра под названием «Жизнь», написанная нашим сознанием. Определение сознания, я и так далее, мы это все еще в наших книгах дадим дополнительно. Во всяком случае, в последней книге это все будет, которая сейчас готовится уже к выходу в «Иллюзионисте». Так вот, получается, что есть игра, и в этой игре каждый игрок проходит весь путь. По правилам. Он не может перескочить, он не может перепрыгнуть, он не может сделать это за счет кого-то. И во все времена человеку там те же самые религии показывали, эзотерика показывала. Есть какие-то вещи, которые мы достаем общие такие, которые уже, казалось бы, упоминания были в разных источниках. И эти вещи говорят, что все равно это будет на пути. И так или иначе, этот путь придется пройти самому. Не перепрыгнешь. Ну, я не верю, чтобы. Мы вот сейчас шли 5 лет плотно каждый день, работая на огромном количестве людей. С большой аудиторией. И с каждой аудиторией мы отрабатывали. Только свои кармические истории сколько закрывали. Плюс каждый день. Еще и каждый день мы с собой работали. Да. И когда работаешь с человеком, почему мы говорим обязательно в паре работа? Потому что ты видишь там себя. Человек приходит с запросом, с тем запросом, который откликается в тебе. И вот сейчас, когда мы чувствуем, что нам уже не интересен там тот же самый аутизм, не интересны там какие-то вещи, мы говорим, идите своим ходом. Вот все есть уже, да. Ну, пошли своими ногами, берите, проделайте этот путь, и вы выйдете. И из аутизма, и дети у вас будут здоровы, и сами будете здоровы, и все у вас будет хорошо. Но вы проделаете весь путь, не перепрыгните. Вопрос, вы раньше туда зайдете или позже туда зайдете? Пойдете за снаряжением. Все равно вы... Либо вы будете смотреть с горы и говорить, о, а вон они на Эвересте, а я такой бедный.
все, вы не использовали этот шанс, эверест был перед вами, вы заснули. И снова в циклической ошибке барабаните по костолу. И вы бедны на самом деле. Тогда вы бедны, да. Вы не использовали этот шанс. Вообще, когда думаешь об этом, понимаешь вообще, какие сумасшедшие вещи мы сделали и что мы открыли. И что мы показали людям, как это можно пройти. И как можно ускорить процесс. Даже вот эти отработки, отладки, то, что мы делали на курсах, когда вся группа сразу делала рывок вперед. Сейчас это форма экспериментов, экспериментальная. Вообще, все, что касается экспериментальной формы, это тоже возможность быстрого рывка. Да. И так эту форму мы сейчас будем использовать активно. Мы ее будем, да. Потому что мы увидели, что это продуктивно очень. Вот этот рывок, он в экспериментальном виде очень хорошо. Есть еще такой момент. Вот смотри, мы делали много же консультаций уже за спиной. И люди, с которыми мы висим, продолжаем общаться. Вот человеку говоришь, обратите внимание, у вас там сложились такие-то отношения в семье. И вот эти отношения у вас болезненные. Они в дальнейшем будут влиять на то, что у вас ребенок будет, например, болеть. Сколько родителей слышат? Да ноль. Пока ребенок не заболевает. О, точно, вы когда-то еще на консультации это упоминали. А 2 года прошло. То есть человек вообще не слышит то, что ему говоришь на консультациях. То есть он переслушивает это, через годы слышит. Но опять-таки годы хранить информацию тоже на видео. Даже вот как мы сейчас по 5 лет висят эти файлы с консультациями. Этого не должно быть. Хочешь, бери информацию сразу, записывай и имей ее прямо здесь сейчас. Не надо зависать на старом. Если ты ищешь выход, если вот действительно ищешь выход, тебе выход показывают, так иди к нему. А человек разворачивается к выходу задом. Разворачивается и сидит, ждет, что свершится чудо. Вот это самая большая проблема вот из той, что мы видим сейчас. То есть мы считали это сначала тупоумием, а потом ленью. Потом, но дело в том, что это у каждого первого. То есть человеку говоришь, вот выход здесь, угу. Дверь здесь, проделай вот эту работу. И говоришь, какую работу. Вот я тебе сегодня переслала последнюю переписку с чуваком. Человек обращается к нам, потом обращается к тебе. Сейчас он обращается к нашим стажерам. Тебе сказано, что тебе делать, а он ждет чуда. А он обходные, пошел. Вот оно. Ему сказан, вот показан прямой путь, да, а он обходными путями. Сделайте за меня, вот. Я бедный несчастный. Да, да, да. Да под жопу и пошел, иди, спи дальше. И вот мы приходим все больше и больше к тому, что болезни и боли просто необходимы людям. Она необходима. Вот просто необходимо для того, чтобы человек насытился уже, перенасытился болеть. И только тогда у него появляется возможность посмотреть, а что можно было без боли? Так да. Тебе уже говорили это, но тебе ж надо было болеть. Так вот, для тех, кто все-таки находится в состоянии, когда он и от боли устал, и как Моресьев ползти, он не понимает, кто такой Моресьев и как ему ползти надо, да? То есть ему говоришь, а у него уши пробками запаяны. Так вот, для таких людей будет экспериментальная форма. И это экспериментальная форма, когда ты раз в неделю человеку говоришь, вот на этой неделе ты ползешь сюда, а на следующей неделе ты ползешь сюда, а еще через неделю ты ползешь сюда. Эксперимент в среднем рассчитан на 6-9 месяцев. И за это время человек проползает определенную дистанцию. Вот мне понравилось на нашем эксперименте «Молодость и здоровье». Я сейчас читаю периодически то, что ребята пишут. Да, стараюсь пока читаю. Сильно не вмешиваться. Но мне нравится, что после 8-9 занятия вдруг они начали замечать те вещи, которые мы предполагали, что они будут видеть после 1-го. Но слава богу, что путь 8 там, или 9 занятий уже не прошел бесследно. То есть они развернулись. То есть наше представление, что человек услышит и поползет куда надо сразу, вот оно заняло 8-9 недель. Но это уже результат. Человек понимает, куда он ползет. Это одно хорошо. Да, и при этом еще, что заметила я лично,
что больше начинает появляться участников в чате, именно участников. Группа эксперимента большая, но именно участников в чате появляется все больше. Знаете, как это было, допустим, там человек 5, ну, сначала там так просто поделились, а потом смотрю, так раз, начинает уже поток появляться. Да. То есть, да, и люди начинают, и в личку, да, и люди начинают уже активнее, то есть пошел поток. А это о чем говорит? Сознание пошло туда, куда надо. То есть да, эксперимент надо. Какой? Молодость и здоровье. Идем. Но у этого эксперимента есть, как и у других, которые мы потом анонсируем, есть другая сторона медали. И эта сторона медали, она великолепная, на мой взгляд. Смотри, когда ты делаешь консультацию, тоже знакомая история. А вот проходит сразу там хлоп, ребенок пошел на выход, например, из аутизма, или там какое-то заболевание отступило, или вот онкология отступила, все, уже не надо операция, уже все, человек почувствовал себя бодрячком, уже он нормально. И проходит время, особенно это бывает в тех случаях, когда человек лгал и параллельно ходил к врачу. Там вообще это жестко работает. Он говорит, ну так это же медицина. Там была легкая химиотерапия или еще что-нибудь. Там, я вот вспоминаю одну эту историю с этой легкой химиотерапией. Блин, да тебе врачи даже от операции тебе отказали. У тебя кладбище вот оно было. 3 недели тебе давали срока. Ты, блин, полгода живешь, это легкая химиотерапия тебе помогла. Но вот этот вот случай обмана самому себе чреват все равно кладбищем. Потому что подсознание не прощает предательства, потому что ты не использовал возможности. Так вот, когда человек после консультации зависает там полгода, год, он просто на обратной связи, он в какой-то момент начинает обесценивать работу, которая была проведена, те возможности, которые мы дали для движения. Она для него забывается, заплывает. Да. Это вот как человек шел по лесу, и он проделал тяжелый путь, но в лесу он встретил Бабу-Ягу. Она ему говорит, вот пойдешь вот за клубочком, клубочек покатится, и ты выйдешь на дорогу. И вот человек выходит на дорогу, а клубочка не видит. И говорит, да не было никакой Бабы-Яги. Да, я сам нашел дорогу из леса, и все нормально. А мне там звезды показали. И все. И он остается в неблагодарности. А когда неблагодарность... Он сам себя, подсознание все равно подсознание формирует, выбит. Ты предал себя и формирует новую историю. И вот когда вот на такие вещи смотришь, понимаешь, что никаких клубочков, никаких консультаций. Консультация – это для людей с интеллектом, с очень высокоразвитым интеллектом и очень сильно ползущих, как Моресьев. То есть вот видишь Моресьева, давай ему консультацию. А для всех остальных эксперимент и пошли дружно все вместе. Потому что иначе есть обесценивание, да. И иначе есть лень. Ну и ограниченный. Есть обесценивание, и появляется ожидание вот этого. Боженька пошлет что-то когда-то. Да, Боженька тебя пошлет однозначно. Да. Без вариантов. Если ты уже себя послал настолько, что ты болеешь, значит, Боженька тебя уже точно пошлет. Так вот эксперимент – это прям рука Бога. Натурально. Которые, ну, вот это, то есть мы пришли к тому, что эксперимент – это самое удачная, продуктивная форма работы, да. У нас просто опыт уже не 1000 консультаций, да, и не 2, и не 3. И на этом фоне мы понимаем, что люди после консультации либо идут потом на повторные, потом на повторные, потом на повторные, на повторные, ты все равно их ведешь, либо... Если они выпали, то проходит время, и они забывают вот этот вот клубочек, но при этом у них та проблема исчезла, но появилась новая проблема. Но это же проблему создало их сознание. Почему оно создало проблему? Потому что оно не способно генерировать счастье. Оно вместо счастья генерирует проблемы. Для него счастье – это проблема. Да. Это понимаете, вот это вот такое вот завихрение в голове у человека. И ты когда на это смотришь и думаешь, ёптель, ну, подожди, так давай тогда будем разбираться с тобой, что для тебя счастье, когда ты чувствуешь себя счастливым, что надо для того, чтобы твое внимание цеплялось на счастье,
что надо в тебе изменить, чтобы ты держал постоянно внимание не на болезни, на боли, на страданиях, а на счастье. Чтобы когда ты здоровался с человеком, у тебя спрашивали, как дела, ты говорил: отлично. Я счастлив, что у меня вот эта жизнь. Я счастлив, что у меня эта семья. Я счастлив, что у меня эти дети. Я счастлив, что у меня есть это тело. Да, кстати, вот когда человек вот так начинает чувствовать, что я счастлив, что у меня это есть, и то не всегда, это когда заболевает онкологией. И то не у каждого вдруг появляется осознание того, насколько прекрасна жизнь и насколько он все имеет и все это обесценил. Да. Вот, вот вам, пожалуйста, пример болезни, да, онкология, которая, ну, действительно во благо человеку для того, чтобы он увидел наконец, пусть даже последнее мгновение своей жизни, но он увидел, что как прекрасна жизнь. А потом через его призму, как вот этот с айфонами чувак, да, когда он умирал, сколько он умных речей сказал. Да. И да. Потом человек: о, вот он же оценил, а ведь был, да, был, да, миллиардером. Да, да. Подожди, а ты сейчас где? А ты сейчас ценишь жизнь? А ты сейчас ценишь счастье? Нет. Так причем тут тот чувак с его умными речами? Ты на свои речи посмотри. Развернись в свое бревно, в своем глазу. И здесь, конечно, это большая тема. Это очень большая тема. Поэтому мы за то, чтобы сейчас все, что касается... Угу. Обучающего формата, он будет продолжаться. Мы не будем повторять старые курсы, вы знаете, а мы идем по своему интересу. По своему интересу мы прошли путь, предложили для тех, кому надо выйти. Но из аутизма полный выход есть у нас на видео. Просто начинайте с программ 2019 года и пошли. Дорогу осилит идущий. На самом деле, я когда смотрю, когда нам говорят, вы там дорогие и так далее, если вы возьмете статистику тех же самых, той же самой Америки, у нас много клиентов из Америки, из Канады, на одного ребенка с аутизмом государство выделяет на жизнь бюджет от 3,5 миллионов долларов. Наши курсы стоят 3,5 миллиона долларов точно. Так что, ребята, даже порядок цен не сопоставляется. Поэтому, если вам надо вывести ребенка из аута, значит, родителям надо выйти из аута. И вы проделываете этот путь сами. И весь путь этот уже есть и в книгах, и в курсах. Начинайте. Все. Есть желание? Вперед. Начинайте с погружений и начинайте с курсов старых, которые с 2019 года идут. На чувствование, пошли дальше. И параллельно используйте возможность для расширения, потому что сейчас мы даем в основном, работаем практически на каждом занятии в эксперименте, например, в любом эксперименте. Пока он один, скоро будет еще анонсировано 2-3, потом до 5 мы их увеличим. По тем темам, которые нам интересны. Так вот, везде идут отработки людей. Почему идут отработки? И вообще, зачем мы затеяли эту экспериментальную тему? В психике очень важна конкретика. Конкретный запрос, конкретный ответ. И под конкретный... Это то же самое, как заболевание вот в материальном мире, но в психике нету заболеваний как таковых. То есть даже те же самые... Ну, это уже анонс будет того, что у нас в четверг будет встреча с тайным гостем в Москве. Так вот, даже анонс вирусных заболеваний, мы вируса как такового не видим в психике. Его нету там. Там есть информация облачная. Облачная. И эта информация влияет дальше на ДНК. А вот этих вот, как рисовали шарики с этими вот летали там, вот это такая форма вируса. Да не видим мы этого вируса там. В психике есть информация. И эта информация облачная. Где лежит и к каким последствиям она должна привести. Но в любом случае, это работа не с заболеванием, а с информацией. И таким образом, тогда суть заболевания, она теряется, ее нету. Вопрос, что ты будешь делать с информацией, как ты будешь с ней работать. И таким образом, наше здоровье, по сути дела, можно очертить несколькими направлениями. Это омоложение. Это обменные какие-то процессы в организме, в физическом теле. Это какие-то такие заболевания, которым мы
много болеем, то, что мы говорим, вирусная природа, да, вот эти информационные облака, они отдельно очерчиваются. Это пол, да, ну и какие-то заболевания, там, которые выделяют сознание. Вот, например, то, что связано с инсулинорезистентностью, там, с сахарным диабетом, то, что связано там, с онкологией и так далее. И то их тоже можно распределить между собой по группам. Так вот, исходя... Зрение еще. Зрение отдельно еще выделить, потому что это важный момент. Угу. Так вот, если эти группы распределить, то мы можем набрать 5-6 групп таких вариантов именно по психической работе. И если на каждой из этих, на каждую из этих групп расписать варианты пути, как мы шли и как человек вышел, и какой процент людей вышел в качестве заболевания, опять-таки запустить вот этот момент, то мы даже можем письменно в книгах оставить целый путь, как это все делается, и алгоритмы, и так далее. И тогда у человека будет задача научиться точно так же, чтобы проделать этот путь в определенных состояниях сознания, а для этого придется пройти книги и пройти все то, что у нас было до этого. То есть уже с возможностей Эвереста ты видишь сверху и видишь, что вот это сюда, вот это сюда, вот это сюда, вот это сюда. И это как-то систематизировать и упорядочить. Но пока ты с подножия смотришь на Эверест, да, ты всего остального ты не можешь не видеть и воспринимать. Да. Но на самом деле вот этот путь очень даже интересен. Если ты интересен, действительно у тебя вот есть желание, интерес найти выход в своей жизни из, из любой проблемы, из любого заболевания, то это очень интересно. Угу. Главное захотеть. Главное, чтобы ты сам себе был интересен. Да, 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 да. Вот когда ты сам себе интересен, когда тебе интересна твоя жизнь, тогда да. Но очень часто для того, чтобы ты стал сам себе интересен, тебе надо причинить боль самому себе. И не одну. И не одну. И неважно, какая это будет боль, душевная, духовная там, или физическая, или еще какая-то. Когда уже идут болевые процессы, вот тогда... человеку легче обращаться к себе, к своему сознанию, к своему развитию. Ну, либо возрастные процессы. Все-таки я смотрю на нашу аудиторию. У нас сейчас очень много в аудитории людей появилось старше 50 и даже старше 70. То есть, когда человек прожил жизнь, и не всегда даже по состоянию здоровья люди приходят или с проблемами здоровья, а человек дошел... Знаете, не ко всем со старостью приходит Альцгеймер. Есть все-таки те, кому со старостью приходит мудрость. Их очень мало, это единицы, но они встречаются. Потому что все больше людей, когда мы смотрим все-таки, кому Паркинсон, Альцгеймер, либо религия, тут же приходит, стучится и говорит, пошли в коматоз, в дьявола поиграем. А вот те, кому приходит мудрость, их единицы, но они встречаются. И тогда человек в этом возрасте задает вопрос, а зачем я вообще прожил эту жизнь? А ведь это законный вопрос. Если человек имеет, ну, хоть немножко разума, то получится, ну, вот я родился, выучился, женился, вырастил детей, отработал там на какое-то предприятие, ушел на пенсию и умер. Жил зачем? А что приходил-то я? Зачем приходил? Ну, смысл? Миллионы приходят и уходят, приходят и уходят. Это, знаете, как волна. Набежала на берег и убежала, набежала и убежала, набежала и убежала. И смысл, а зачем ты приходил? А ты конкретно что ты сделал? Какой берег ты размыл? Сколько зданий ты своим цунами обрушил? Понимаете, нет смысла в этой игре. Тогда нету смысла. И когда человек вот уже смотрит с этого восприятия, то вдруг оказывается, что после себя-то он ничего и не оставил. Он считает, что он оставил после себя детей, но очень часто эти дети... Ну, птички тоже оставляют детей. Там, то есть хорошо, когда дети еще размножились и оставили детей. Посмотри, сколько сейчас у людей, их дети уже не размножаются. Перекрыто бесплодием, перекрыто проблемами, ну, да, психическими, потому что уже слишком автоматически начали жить. Да, да, потому что робот не размножается. Вот эта курочка, тын-тын-тын-тын-тын, угу, которая клювиком, она же не может иметь потомство. Вот когда человек доходит до уровня курочки, которая клювиком, угу, тын-тын-тын-тын-тын, помните, курочка ряба заводная такая?
то уже все, куда ему размножение? И вот когда человек начинает задаваться вопросом, а зачем я жил, то у людей здравомыслящих все-таки возникает желание почитать книги, угу. и вдруг они находят для себя очень многие ответы на свои вопросы. Это есть, между прочим, мудрость, это есть интерес к себе. Да. Интерес к себе. А не мудрость, это интерес в религию уйти. Ну, вот те, кто на страхах запуган и боится сам себя, да? у того есть предложение строить храмы, например, и так далее, и развивать да? эту тему. Но это, опять-таки, выбор. Но здесь тоже вопрос, а зачем жил? Вот те же самые... В Камбодже вот строить храмы, да, эта тема очень такая. Угу. Ты там в джунглях находишь эти 2000 храмов в Ангкоре. Люди строили всю жизнь для того, чтобы посмертно купить себе место в раю. И смысл, ну и стоят эти храмы. Там увековечено твое имя? Нет. Ты что-то сделал хорошее, ты принес пользу, ты цивилизации что-то оставил после тебя. Ты как-то проявился так, что принес в этот мир свет, счастье, любовь и так далее? Нет. И вот смотришь на все это и понимаешь, ну, фильмы про обезьян там снимали, Голливуд, и еще будут снимать. Но это не твое проявление. То есть, а тебя, как тебя не было, ты спрятался за мир мертвых. И игра проиграна, цель не достигнута. Зачем да. жил? Нету смысла в такой жизни. Поэтому вот у кого эти вопросы есть, ответы он сможет найти только в себе. А в себе это через инфодайвинг, потому что инфодайвинг – это про просыпание, но не заснув, невозможно проснуться. Поэтому сперва мы изучаем гипноз, управление восприятием, засыпаем и тут же во сне просыпаемся. И вот когда мы просыпаемся, то мы вдруг открываем в себе огромный психический мир. Да. С огромным расширением сознания и огромной способностью. А вот даже вдуматься, вот просто вдуматься, это вот прямо сейчас. Мы за 5 лет с тобой, да, прошли огромнейший путь. Да? Мы его не прошли, и не оставив ничего, да, мы четко все разложили, как кирпичиками в книгах, на курсах, на практику. Все записали. Все записали, да. И это невероятный, огромный путь. Действительно, путь, ну, если посмотреть нас тех и посмотреть сейчас нас, это просто земля и небо, да? Я к чему это? А это значит, что у вас, если появился интерес к себе, искренний интерес, то вот этот путь пройти, смотрите, мы за 5 лет прошли, мы его шли, записывали, а он уже записан, да? Вам записывать не надо. Вам записывать не надо, просто пройти. То есть, а всего лишь для этого, как не, да, интерес нужен к себе. Все, у вас как минимум сокращается путь из 5 лет в 2 или в 3 года, да, но ключ – интерес. Я хочу жить. И вот, кстати, сейчас я подумала про тех мам детей-аутистов, да, которые застряли. Вот они шли, а потом застряли и остались. И смотри, а ведь... Весь этот путь прописан даже в книгах. Да. То есть уже говорит о том, что его, ну, за 2 года ты, мама, можешь... У нас сейчас выход из аутизма даже за сколько там был? За 2-3 месяца, да? Ну, вот за 2 месяца последний вот. Ребенок. Вот, представляете, это когда вот действительно искренний интерес. И есть таблетки, есть лекарства, есть клубочек, вперед. А мама нет, мама ждет. Мама ждет. Самое худшее – это ожидание. Все, ой, зависла. Смотрю, а ребенку лучше ребенок стало завис. Или не стало? Угу. Подожди, а ты лучше стала или ты стала? Ты зависла, твой ребенок висит. Да, и твой ребенок висит. Ты начинаешь двигаться, твой ребенок двигается. И вот удивительно, те мамы, кто менял место жительства, квартиры, переезды, раскрывал ребенку мир, показывал ребенку мир, все, ребенок пошел. Те мамы, которые сели и ждут, сидим, ждем. Ждем, пока вы изменитесь. На халяву ничего не будет. Марисе вполз. Это только в религии, в церквях говорят, что Боженька подаст вам, да? А когда подаст, тоже не говорят. Ну, сядьте возле храма и ждите, чтобы вам Боженька подал.
Или к Матроне съездите, и пускай Матрона вам подаст. И посмотрим, сколько чудес Матрона совершила по сравнению с инфодайвингом. Даже сравнить, поржать. Но это вы возвращаетесь к себе. Мы за вас вашу жизнь не проживаем. Мы вам можем дать клубочек, сказать, вот куда он покатится, туда и тыть. Пойдете, найдете. Не пойдете, не найдете. Ваша жизнь. Да, это так. На самом деле для подсознания важна любая игра. Что больная, что здоровая, обыгралась. И пофиг, нету там ничего хорошего или плохого. Вообще. Там есть просто игра. Игра. Хотите играть, играйте на здоровье. И какая она зависит только от вас. Да. Поэтому с чего вы начнете, зависит только от вас. Быстрее будет, если начнете синхронно с того, что идет в моменте здесь и сейчас, и добавите прошлое. Тогда середину вы быстрее восполните. Ну, можно и по-другому. С того, что вам интересно. Как-то так.